Все, я снимаю вас. Ракетку держи. Сюда. Сюда.
теперь по 30 раз вот эту гирю убили в сторону. По 30 раз каждым разом все сильнее и сильнее бьет. Правый ногой, потом левый. Пока ногу не разудили. Нет. А вот смотрите. Еще раз показываю. Кто показывает? Вы... Да, это не подсечка, это ну, как вам сказать. Сначала нужно. Я. Правильно. Раз. Делаю шаг. Два. Бьется только вот в этой части. Если вот это бьешь, все. Только вот этой части. Ты видишь, как ты сильно бьешь? Нет, нет, не быстро. Не надо. Когда сильно, то быстро не надо. Можно ударить. Значит, раз, попробовал. Хорошо, да? Ты делаешь 3-4 раза, потом оп, чуть-чуть посильнее. Андрюх, делай 3-4 раза. Оп, посильнее. И так 30 раз. Что у нас там? Ну, есть прогресс. Стоп, стоп. Смотри. 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 Ты это делаешь? Посмотри на плечи. Нет, на плечи мои. То есть у тебя голова, плечи, нога, вот это, должна стоять как бы сверху, вот, чтобы можно было проткнуть. А вот ты отклоняешься. То есть ты должен, оп, движение сделать. Плечи на месте.
готова? Как ты стоишь? Ты готова вся? Вот приготовься, тебе сейчас будет по лицу щит. Под щечины. Вот, вот у тебя ручки. Сейчас это правильно, полз. Чуть-чуть ниже, это теннис. Окей, ты стоишь вот так. Как ты отсюда будешь играть? Вот он, готово, да? Хочешь сыграть с кем-то?